What is happiness for you? Вот если навести сюда, это то есть виден здесь загон. Так. Для овец, там вон там собачка, кажется. Я плохо вижу. Это собачка, это да. Это здесь, так, здесь, на природе держат овец, да? То есть здесь держат овец. То есть это загон для овец. Вон домики там живут. Ну, часто это как что-то вроде дачи, сюда приезжают, так, на выходные уезжают. Там поля. Вообще, если считать по языку тюркскому, то есть у нас вообще-то гагаузский считается, у нас тюркская группа языков. Ага. То есть если по тюркскому языку, это тырла называется. Тырла? Тырла. То есть здесь овец. Сейчас овцы, скорее всего, пасутся. То есть, если посмотреть вон туда, вот видно, то есть лошадь и корова, то есть это отсюда. Если хорошее место, то есть там озеро, то есть все время влажно, все время растет трава. Это кто-то здесь с этими овцами, здесь кто-то живет? Да, здесь постоянно. Кто-то живет постоянно с этими овцами. Ну, меняется, скорее всего, у нас так. Ну, ландшафт. Всего. Сейчас ландшафт такой. Меняется. И вот сам, то есть, лес ближе к монастырю. То есть лес такой вроде бы небольшой, но здесь часто водится, то есть не знаю, как они выпускают, но здесь часто лисы водятся. Лисы, много лис. Да, лисы, кабаны. Их, не знаю, вы слышали, по ночам можно слышать их. Крики. Крики, да. Так, сейчас мы чуть ближе подойдем, может поснимаем, если нас собаки там не погонят. Мы сейчас попробуем подойти ближе, только тут здесь много сторожевых собак. А, они вот уже заметили, что мы интересуемся этим объектом. Вот они сразу. Они сразу побывают. Да. У нас старшие собаки здесь. Это видно дешевое перло. На больше таких нормальных, то есть загонов. Ну, здесь сколько вот овец может быть? Где-то 20-30? 20-30, да, здесь немного. Немного. Скорее всего, там держится овцы, а в этой стороне держится либо лошадь, либо корова. Ну, есть такие, наверное, что побольше. Побольше, покрасивее. Да, есть... и покрасивее немножко. Да, покрасивее, и есть там... Все-таки жить в таких условиях, это я думаю. И покрасивее, и есть, то есть, если собака, еще ерунда. Есть немецкие овчарки, азиаты часто держат на охрану. Ну, это у нас в нашем городе, по городу, по селе, там, тыру, там немецкие овчарки, азиаты бегают, то есть опасно проезжать. Если проезжаешь вообще на мотоцикле мимо тыру, то все, это может быть. Ну, вот там еще один сторожевой. Ну, в общем, наверное, приближаться ближе мы не будем. А вот этот казанок, это для чего? Это брынзу делают. И не только брынзу, уху. Если рыба, то сейчас вот. А, ну да, ну да. Идемте кого-то, попьем воды. Вот кого смыть. Да. Кого здесь старый, или с журавля. До сих пор еще видим. А вон там дальше пастбище корова. Так, это можно здесь поставить. И вот старый, в принципе. Ого. Журавля. Я что-то думал, что глубоко. Так. Но вода что-то здесь не чистотой не впечатляет. А ну-ка поставьте ее на. Она вообще тут такая какая-то грязная. Не, мне кажется, пить ее вообще нельзя. Ага, она мутная. Она вся такая, там просто в колодце видно, что она даже такая. Да, придется нам потерпеть. Ну вот никак. А значит...